тирания, стон людей, плач интеллигентов написал себе злодей. Аж 80% всех на площадь бастовать. Слезно призываю, я ж жена, и я же ж мать. Только вот пока я в Прибалтике сижу и на Беларусь гляжу, все сижу и сижу, и оттуда вам жужжу. Все сижу, и оттуда вам жужжу. Чемодан, вокзал и за граница. Здравствуй, европейская мечта. Хочется коленями склониться и свободу лобызать в уста. Хочется и равенства, и братства, и повсюду волю изъявлять в трепетном порыве толерантства. На сыночка платье надевать. Я, конечно, не сексист, разве что немножко. Дамы, ну зачем ходить по мужской дорожке? Ну зачем изображать леди из железа и в мужской костюм влезать, радуясь, что влезла? Пропускают вас вперед и целуют руку. Неужели это все так наводит скуку? Дарят вам цветов букет и за ужин платят. Неужели этот жест так уж неприятен? Неужели этот жест так уж неприятен? Нет, нам давай, министры обороны, а служба в армии кому нужна? И в президенты, да хоть незаконно, мы ж рода женского, как и страна. Я научу тебя ходить по струночке. Ходить по струночке – это обращение Лукашенко к белорусскому народу? Это стёб? Песня – полнейший плевок в душу всему народу. Эту группу нужно наложить санкции, и на Евровидение пускать это нельзя. Так, это точно песня на Евровидении? У меня такое впечатление, что как квартирник престарелых бардов. Это катастрофа. Это катастрофа. Ну это тюремный шансон. Тракторист-тюремщик. И это посылать в Европу вот это-таки, да? Их, кстати, можно взять в кредит. Не, ну это последнее место. Это пробитое дно. 40-е место железно. У меня вопрос, что было в мозге у БТРК? Не могу даже слушать песню. Лучше бы Беларусь уже отказалась, как Армения, чем послали это. That was disappointing. В каком контексте обсуждалось? Набухались и решили?